Привет-привет, друзья, вы на канале Китай-Сити, с вами я, его ведущий Владимир, и сегодня на распаковке у нас с вами будет вот такая вот коробочка, в которой находятся бюджетные, недорогие игровые наушники, но в то же время это крутые наушники с красивым внешним видом. Давайте приступим к распаковке и делать обзор. Пришла посылка очень быстро, примерно за 3 недели. Для доставки из Китая это хорошо. Запакована вот такой вот пакет, выкидываем ее, и вот такие вот пупырчатые трубы. Да, наушники красные, я почему-то думал, что заказал зеленые, как обычно у игроманов всяких. Все, вспомнил, да, мы заказывали красные. Так, где оно тут заклеено, чтобы не повредить наушники. Так, хорошая упаковка, наушники должны быть целые. Оба, есть, достаем. Да, вот такая вот хорошая упаковочка, как вы видите. И при транспортировке эта упаковочка спасла наши наушники от повреждений. 5 баллов продавцу за упаковку. Так, нож убираем. Так, и смотрим. Вот такие вот они массивные. Они даже массивнее, чем я предполагал. Так, давайте снимем эту пупырку. Где она тут? Снимается, вот она скотчем держится. О, такой классный яркий цвет. Я саундбоксы не включал. Давайте, наверное, я не буду все-таки включать саундбоксы. Я хочу сейчас включить, показать вам, как они работают. Так, в комплекте идет вот такой вот переходничок. По поводу этого переходника я ничего не знаю. Значит, красный это под микрофон. Черный под стереовыход. Ну и тут же, как положено, как на телефоне, да, 4 контакта. Микрофон плюс стерео. Кстати, да, это очень круто. Так как у меня на ноутбуке, допустим, нету отдельного выхода под микрофон, а только одно вот гнездо, как раз вот под этот такой вот штекер. Так, смотрим. Вот так вот выглядят сами наушники. Так, к наушникам мы вернемся чуть-чуть попозже. Давайте посмотрим, что у нас тут с кабелем. Так, кабель. Должна быть еще инструкция, но инструкции что-то я не вижу. Ну и фиг с ней, с этой инструкцией. Ого, довольно-таки длинный кабель. Давайте я сейчас вот так вот на скидку вам скажу, что тут больше, чем 2 метра. Да, примерно 2,20-2,50 где-то длина кабеля. Ну, а может и 2 метра. Я так вот просто сидя на глаз вижу вроде как бы 2 метра. Так, на конце кабеля у нас имеется вот таких вот 2 штекера. Значит, красный из них это микрофон. Да, микрофон. И зеленый у нас аудио. Так, давайте эти затычки отложим в сторону. Так, и еще у нас имеется USB-штекер. USB-штекер нужен для того, чтобы подавать питание на эти наушники. Они там красиво так светились, переливались. Так, тоже эту заглушку отложим в сторону. Так, ну и давайте теперь рассмотрим этот кабель. Да, кабель толстый. Толстый, мягкий. Да, должно хватить его надолго. Тут имеется вот такая вот резинка, чтобы кабель не передавился, меньше изгиб был. Да, кабель мне вот нравится. Хороший, красивый кабель. И цвет тоже очень красивый. Ну и сами наушники. Ух ты! Поверхность наушников. Тут вот я сначала даже при оформлении заказа даже и не видел, что это Soft Touch. Да, это Soft Touch пластик. Он такой вот приятный. Делает дорогой внешний вид наушников. Красиво. Ну, красиво, да. Да, вот тут есть Caution H. Модель наушников, кстати, Caution HG1000. Вот такая вот логотип наушников. С этой стороны тоже. Да, с этой стороны тоже. Имеется внутри вот такие вот надписи. Вот надпись R. Ну, давайте я все-таки включу саундбоксы. Да, включил саундбоксы. Да, и вот теперь видно, что тут вот такая вот надпись. С этой стороны тоже есть надпись Caution HL, левый наушник, это правый наушник. Да, вот модель G1000, Made in Китай. Так, тут имеется у нас пломбочка,
Да, пломбочка показывает, что или это дата изготовления наушников, типа, или заказа наушников. Ну, в принципе, не важно, что это за бумажка такая. Так, ну, сами уши, сами вот эти вот лопаты выполнены вот в таком вот стиле, похожем на микросхему, кстати. Да, очень красиво смотрится. Пластик, хромированный пластик, выкрашенный таким вот хромированным цветом, как будто бы это металл. Да, тут тоже пластик. А вот это уже, по-моему, металл. Да, это металлическая штучка, по-моему. Вот непонятно, металл это или нет. Ну, давайте сейчас я чуть-чуть надковырну. Да, это вот внутри. Это уже металл идет. Это как бы или алюминий, или какой-то тоненький металл. Так что, в принципе, это лучше даже, чем пластик, потому что уже есть шанс, что при случайном сильном вот таком вот движении наушник может треснуть и поломаться. А металл, он погнется, его потом обратно выгнул, и все. Так, что еще можно сказать по поводу этих наушников? Так, имеется вот тут включение-выключение микрофона. Вот такой вот переключатель. Микрофон включить-выключить. Допустим, во время игры какой-то вам надо выключить микрофон и там поговорить там, по телефону, или чтобы ваши собеседники по игре не слышали. Нажали, отключили микрофон. Надо дальше, включили, и микрофон пошел работать. Также есть регулировка звука. Больше звук, меньше звук. Тоже очень удобно, не надо сильно отвлекаться, тянуться там. Сделали нужную себе громкость, и все. Наушники работают, как положено. Так, микрофон. Вот сам микрофон. Довольно-таки мягкий. Я думал, он будет такой вот упругий. А оно такой вот... Вот этот вот пластик, он такой вот и как резина, и силикон, и в то же время и пластик. И гнется как удобно. Да, даже вот так вот. Обалденно. Вот микрофон мне нравится. Сам микрофон, вот он тут, вот такая вот маленькая дырочка, как вы видите, да? Вот. И сюда нужно будет говорить. Удобно микрофон сделал, надо, отвернул. Надо, говоришь. Очень удобно. Чтобы вы понимали, вот я вообще еле-еле касаюсь. Вот настолько вот мягкий этот пластик. Очень удобно. Так. Вот эта вот штука под голову, она тоже очень мягкая такая. Вот такой вот поролон, мягкий-мягкий поролон. Сверху обшитый таким вот красным кожезаменителем. Хоть и не кожаный, но все равно смотрится очень красиво. Уши тоже набиты такие вот. Ушки тут тоже поролончик такие, но набиты не плотно. Очень такое мягкое касание, хорошо так, приятные. Очень приятные на ощупь наушники. Внутри ткань, красная ткань такая вот, выполнены хорошо, очень хорошо, нигде не торчит ни клей, ничего такого, ни заусенцев, ничего нету, все прошито хорошо, четко, придраться к внешнему виду, в принципе, негде, не к чему придраться. Так, ну, это даже очень хорошо. Такой это должен быть товар, чтобы невозможно было к нему придраться. Так, ну и по поводу вот этого вот USB кабеля, как я вам говорил. Давайте сейчас я выключу обратно софтбоксы и покажу вам, как переливаются эти наушники. USB кабель вот этот нужен для того, чтобы подавать питание на наушники. Так, включаем Powerbank. И как вы видите, вот так вот переливаются наушники. Зеленый, синий. Красиво, вообще круто сидеть играть. Но все завидовать будут. У кого нету крутых наушников, ну, будут слюни течь-то точно. Вообще, очень сильно богатый такой внешний вид. Да, вот. Вообще класс. Я уже сам захотел себе купить точно такие же. Только вот один внешний вид уже все. Я в них уже влюбился. Даже вот горят разными огнями, да, вот. Зеленый, тут желтый был только что, вот смотрите. Вот они неравномерно переливаются. Да. Прикольно.
Так, ну и давайте теперь послушаем громкость. Пусть они будут подключены к пауэрбанку. А мы сейчас попробуем подключить к телефончику. Так. И включим нашу музыку на YouTube какой-нибудь. Наши наушники включаем. Так. Пишем музыка без авторских прав. Врубаем, ну, допустим, вот это вот с кошаком. Не-не-не, с кошаком не будем, подозрительно. Давай, вот, музыка без авторских прав. 5 часов. Делаем на всю громкость. Почему не разрешают телефон громче делать? Так, давайте еще попробуем тут сбоку покрутить, где она тут. Да, прикольно. Надел на голову и регулируешь сам себе подачу звука. Да, вот они играют, они еще при этом дрожат. Ну, чувствуется, что там, наверное, будут хорошие басы, хороший звук. Давайте еще чуть-чуть перемотаем на что-нибудь такое более активное. Прикольно. Так, ну, в принципе, да, вот так вот видно, как они работают. Звук есть, громкость, наверное, хорошая. Сейчас я одену эти наушники, я послушаю качество звучания, и потом вам скажу о качестве звука, о его громкости. И потом мы еще с вами протестируем вот этот вот микрофон. Не знаю, получится у меня или не получится, опыта у меня в этом нету, но я подключу наушники к ноутбуку и попробую сделать запись какую-нибудь вместе с этим микрофоном. И мы посмотрим уже качество звучания. Без всяких там усилений или еще там прочих всяких приколов. Итак, друзья, я протестировал эти наушники, и они мне даже очень сильно понравились по качеству звучания. Ну, конечно же, они не играют столь громко, как, допустим, наушники там Beats или Razer Kraken, но в то же время они играют чисто, нигде ничего не репит. Конечно же, чувствуется, что можно было бы их сделать немножечко громче, но еще фишка в том, что я не особо люблю там, чтобы музыка была такая, что аж голова разрывается, там вообще полный трэш. Но поэтому я слушаю наушники не всегда очень громко. Но вот смотрите, например, с компьютером мне кажется, что звук довольно-таки громче играет, чем с телефона. Если вот так вот включить, вот, допустим, музыку. Да, вот мне кажется, что вроде, вот я уверен, что звук громче идет. Ну, короче, в любом итоге все равно звук громкий, чистый, и басы довольно-таки глубокие и громкие. Так, ну а давайте теперь попробуем качество звука с микрофона. Сейчас я включу запись на компьютере, запись звука, и мы послушаем, как же он записывает.
Итак, запись пошла, и звук сейчас записывается с этих наушников. Я открыл свойства этого микрофона. Я вот ничего еще тут не увеличивал. Сейчас звук идет оригинально, без всяких усилений. Идет именно с этого микрофона, с наушников. Так, вот именно сейчас вот такой вот звук. Давайте попробуем сделать усиление. Плюс 10 дБ. И вот такое вот качество звука сейчас идет с усилением в 10 дБ. Допустим, если микрофончик там немножко тихо слышно, да, то с помощью усиления мы попробуем сделать его громче. Я не знаю, как там сейчас слышно, так как видео записывается, я не слышу, какая громкость. Ну, давайте попробуем сделать еще громче. Допустим, микрофон очень сильно тихо звучит. И вот мы уже поставили усиление в 30 дБ. Я, в принципе, никогда еще не делал усиление микрофона, поэтому я не знаю, что там сейчас получается. Мы это уже с вами вместе сейчас прослушаем. Так, ну давайте еще попробуем на 30 дБ. Думаю, это вообще уже делать не нужно, но ради интереса мы посмотрим, что же все-таки получится. Ну и вернемся обратно на 10 дБ. Смотрим, вот такое вот качество звука. Думаю, вот плюс 10 или плюс 20. Это самый оптимальный вариант, чтобы было четко слышно. Ну и вернемся вообще под 0, под стандартную громкость. И еще раз попробуем что-то сказать. Раз, 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 проверка записи. Плюс 10 дБ, раз, раз, проверка записи. Так, ну и в принципе все. Можно останавливать запись и проверять, что же у нас все-таки получилось. И вот он наш видеоролик с записью рабочего стола и с микрофоном. Делаем видео на весь экран и слушаем качество звука. Итак, запись пошла, и звук сейчас записывается с этих наушников. Я открыл свойства этого микрофона. Я вот ничего еще тут не увеличивал. Сейчас звук идет оригинально, без всяких усилений. Идет именно с этого микрофона, с наушников. Так, вот именно сейчас вот такой вот звук. Давайте попробуем сделать усиление. Усиление опробуем. Оп, плюс 10 дБ. И вот такое вот качество звука сейчас идет с усилением в 10 дБ. Допустим, если микрофончик там немножко тихо слышно, да, то с помощью усиления мы попробуем сделать его громче. Я не знаю, как там сейчас слышно, так как видео записывается, я не слышу, какая громкость. Ну, давайте попробуем сделать еще громче. Допустим, микрофон очень сильно тихо звучит. И вот мы уже поставили усиление в 30 дБ. Немножко оговорился, там не 30 дБ, а 20 дБ. Но все равно, как вы слышите, довольно-таки качественная запись на микрофон. Я думал, будет там шипеть, репеть что-то или еще что-то. Но так как это Китай, китайцы, понятно, как они делают, на тяп-ля все делают. Но все равно микрофон, мне кажется, довольно-таки достойный. Именно вот для наушников это довольно-таки достойный микрофон. Не шипит, все четко слышно. Мне вот, например, качество звука записи микрофона, без всяких там обработок, как вот сейчас мы видим, мне довольно-таки хорошо нравится. Но сейчас мы еще попробуем, как оно там усиливается, звук на 30 дБ, и там посмотрим уже. Я, в принципе, никогда еще не делал усиление микрофона, поэтому я не знаю, что там сейчас получается. Мы это уже с вами вместе сейчас прослушаем. Так, ну давайте еще попробуем на 30 дБ. Думаю, это вообще уже делать не нужно, но ради интереса мы посмотрим, что же все-таки получится. Ну и вернемся обратно на 10 дБ. Смотрим, вот такое вот качество. Кстати, хочу заметить, что от ноутбука, от вот этих вот динамиков, где звук доносится, звук, не знаю, где они там расположены, где-то по бокам, наверное, до камеры примерно, ну, сантиметров 70, наверное. Вот. Я никаких усилений программно в Adobe Premiere при монтаже делать не буду. Будет все оригинальный звук, оригинальная громкость. Как вы вот это вот все сейчас слышите, так оно и будет. Звук, думаю, плюс 10 или плюс 20. Это самый оптимальный вариант, чтобы было четко слышно. Ну и вернемся вообще под 0, под стандартную громкость. Да, вот именно вот на нуле очень так слабенько слышно, довольно-таки слабо. Но при помощи усиления, как вы видите, можно исправить положение, и микрофон будет довольно-таки громкий. Но это еще и зависит от того, что это ноутбук. У меня тут сам звук, он по себе не очень громкий. Ноутбук такой не сильно громковатый. И, как вы видите, довольно-таки тихо слышно. Но это ноутбук. На компьютере, например, можно сделать колонки погромче. У меня тут на ноутбуке колонок нету, они не подключены. И звук доносится через родные динамики. Давайте уже досмотрим до конца этот видеоролик. И
еще раз попробуем что-то сказать. Раз, 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 проверка записи. Плюс 10 децибел, раз, раз, проверка записи. Так, ну и в принципе все. Можно останавливать запись и проверять, что же у нас все-таки получилось. Так, ну вот, как вы видите, вот такое вот качество вот записи микрофона у нас. Вот так вот получилось у нас все это снять, протестировать. Так, давайте уберем в сторону все-таки этот ноутбук, он нам уже больше не нужен. Опускаем камеру обратно. Ну что, ребята, вот такие вот наушнички мы сегодня с вами распаковали, сделали обзор. Кстати, вот эти вот надписи, они тоже светятся. Вот как вы видите, а тут закрыто. При закрытом вот открывается, и надпись тоже видно. Я это, кстати, сразу не заметил. Да, очень богатый внешний вид, прикольно. Вот я уже даже сам подумал приобрести себе точно такие же наушники. Так, ну что, ребята, ссылку на магазин продавца, где я купил эти наушники, я оставлю в описании под видео. Переходите, смотрите, изучайте, и если вам нравится, покупайте. Ну а мы на этом будем заканчивать наше видео. Всем, кому оно понравилось, было интересным или чем-то полезным, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был ведущий Владимир, до новых встреч, пока-пока!